Всем здравствуйте! Меня зовут Марина Ведерникова. Я занимаюсь индивидуальным пошивом корсетов, нижнего белья и театральных сумочек с применением эксклюзивной люнивильской вышивки. В апреле-мае 2020 года я прошла интенсив «Обнаженный инстабизнес», и я хочу поделиться с вами мнением об этом курсе. Шью я давно, с 2002 года, но в Инстаграм я пришла всего полтора года назад. И с июня по ноябрь 2019 года я прошла множество курсов по продвижению в Инстаграм у разных спикеров. Я научилась делать красивую, интересную графику, привлекающую внимание. Я заказала у дизайнера бесшовную ленту, чтобы мой блог был цельным и чтобы в нем было красиво. Я участвовала во множестве марафонов, и в какой-то момент я даже подсела на квесты. В итоге я привлекла публику, которая любит что-то бесплатное. Однажды на одном из марафонов по бизнесу я от тогда еще неизвестной мне Юлии Трус услышала одну такую фразу: «У вас все так в блоге красивенько, а сколько у вас продаж?» И вот сколько? Эта фраза, этот вопрос не давал мне покоя. С июня по ноябрь у меня из Инстаграма было всего лишь 2 заказа. Все остальные продолжали идти из оффа. И моя публика, мои подписчики, которые были привлечены с помощью квестов, интересной графики и контент-плана, который был построен на том, что в понедельник мы показываем свою экспертность, во вторник мы еще что-то делаем, в среду только мы продаем, в четверг мы могли показать отзывы, а в пятницу мы уже развлекали публику, потому что пятница, народ устал, нужно развлекать. И в итоге мои подписчики все время ждали от меня чего-то бесплатного. И еще несколько заказов было у меня в черную пятницу. Но фраза Юлии Трус «А продаж у вас сколько?» мне не давала покоя. Я подписалась на Юлю, на ее блог. Я перечитала огромное количество ее постов. Я пересмотрела очень много видео в ее YouTube-канале. И я поняла, что именно здесь меня научат продавать, потому что мало шить, нужно уметь это все продавать. Курс дорогой, и поэтому я решила сначала пойти на короткие программы. Я прошла у Юли 2 программы «Деньги прорыв» и «Стартап». И я поняла, что метод преподавания Юли мне очень подходит. И я сделала один очень важный вывод, что пойду я учиться на курс «Обнаженный инстабизнес» только на тариф с обратной связью от экспертов, VIP-тариф. Этот курс перевернул все мое сознание с ног на голову. Я узнала, что такое настоящая воронка продаж. Это не развлечение, это не экспертность, это не продажи в один раз в неделю. Это настоящая воронка продаж. Маршруты клиента по моему блогу. Вообще просто у меня нет слов. Я теперь знаю, как мне писать продающие посты. Я теперь знаю, как часто мне их писать. Я теперь знаю, как мне вести своего потенциального клиента по своему блогу за ручку. И я хочу сказать, что работа в чате с обратной связью от экспертов, она дает настолько много полезной информации. Даже когда ты задаешь какой-то вопрос, к слову сказать, ни один мой вопрос не остался без ответа. И когда ты читаешь ответы на вопросы других своих сокурсников, ты понимаешь, что «а я об этом даже не подумал, а для меня это тоже важно». И поэтому информация, полученная на курсе, это не только ответы на мои вопросы, это ответы на мои вопросы, которые могли бы возникнуть у меня намного позже, после прохождения курса. На сегодняшний день я уже наладила связь со своими бывшими клиентами, и мы уже договорились, когда они ко мне придут за повторным заказом, и мы уже даже определились, что я для них буду шить. И я знаю теперь, как будет выглядеть мой контент-план, он у меня уже составлен, и он совершенно не связан с праздниками. Я теперь знаю, как общаться со своими потенциальными клиентами.
Я уже наметила стратегию, как я буду возвращать потенциальных клиентов слитых, потому что раньше я с ними общалась неправильно. И на сегодняшний день у меня в руках и в голове есть карта, как я буду двигаться дальше. И все, кто сомневается, идти или не идти на курс Юлии Трус «Обнаженный инстабизнес», я вам хочу сказать, обязательно идите, не теряйте время. Вы придете на этот курс, и вы выйдете с пониманием, как вам нужно вести свой бизнес в Инстаграм, а не как украшать свой блог и как развлекать публику.